«Мне несказанно повезло», – делится Анастасия Проскурякова. «Квартиру чудом ни разу не затопило. Девушка живет на последнем, третьем этаже в Сталинке, которую построили еще в 30-е. Рассказывает, крышу здесь десятки лет не ремонтировали, текла постоянно. Соседи напротив намучились, даже небольшой дождик приводил к потопу в квартире». «Дождь, либо снег таял, когда дождь, текло все, соседи сделали ремонт, то есть вся плитка отлетала». Лужи, то есть приходилось с тазиками быть. Маленькие дети тоже лезли туда. Капитальный ремонт крыши этой трехэтажки сделали осенью прошлого года. Здесь заменили водосточную систему и полностью обновили кровлю. Мы заменили гнилые доски, заменили пару гидроизоляцию, сменили старое покрытие кровельного, шифер уложили, профилированный лист оцинкованный, и уложили утеплитель. То есть сейчас все вообще в отличном состоянии, то есть крыша новая. Сейчас эта кровля где-то не менее 25 лет должна отстоять, я так думаю. Сейчас все нормально, жалоб от жильцов мы не получаем, то есть никаких протечек. Новой крыши над головой радуются и жители Кировского района. Нина Лукашова рассказывает, раньше весны здесь ждали с опаской. Как только начинал таять снег, в квартирах было настоящее половодье. Капитальный ремонт кровли здесь начали делать в ноябре. Уложились за 3 недели. Работу мастеров контролировали жители. Работа была качественная, дисциплина в бригаде была. Рабочие профессиональные. Февральское оцепление показало, что все, мыли. Теперь этих проблем, тазиков, ведер, тряпок лишены. И теперь у нас, в общем, как говорится, над нашими головами нормальная, добротная крыша. На вооружении у мастеров только современные технологии. Вместо шифера постелили кровельные листы, установили специальные ограждения, которые зимой будут сдерживать снег. Деревянный каркас обработали по специальной технологии. Теперь крыша в этой двухэтажке самое безопасное место. Была сделана противопожарная обработка современными материалами. Здесь, если даже специально поджигать, то есть сейчас деревянной конструкции пожар не будет. Вот эти современные технологии позволяют это сейчас сделать. На капитальный ремонт кровли каждого из домов потратили примерно по 1,5 миллиона рублей. Это средняя цена. Она зависит от площади крыши и сложности работ. 6 лет эти дома рабочие будут обслуживать по гарантии. Алина Чемерис, Максим Гусев, События.